Многие мои клиенты, когда летят в Турцию, переживают, что могут испортить фигуру. Совершенно верно. Особенно в начале программы, пока вы еще не разобрались с едой, вы, конечно, можете потеряться в таком изобилии сладких, жирных продуктов. На что нужно обратить внимание? Где лежат сладости, мы эти прилавки с вами просто проходим. И сладости прямо мозгу объясняем натуральными фруктами, меняем синтетические химические булки, конфеты, вот этот сахар ни в коем случае. Заменить можно. Если вы считаете, что это кисло для вас, то уберите сладкий фрукт, банан достаточно, или персик, он сладко-сладкий. Это, конечно, не самый лучший вариант. Лучший вариант – брать сладко-кислые фрукты и ягоды. И обращайте внимание, в любом дорогом, модном, шикарном отеле везде вы найдете на гриле продукты. И обращайте внимание на рыбу, она тоже вкусная, ее тоже мы можем заказывать. Морепродукты, пожалуйста. Говядину, если на стейке, если у вас не прибавляется вес, с холестерином все хорошо, мы тоже можем включить. Избегайте все жареное в масле. Убирайте картофель из рациона, потому что совсем не нужен высокий гликемический уровень у картошки, у батата. Это не надо, не надо. Лучше овощи. Для нашего как дыхания организма обязательно нужны овощи. И утром. Вот здесь, конечно, беда с длинными пролонгированными углеводами. Тут, конечно, сложности. Мои клиенты иногда углеводы берут с собой на отдых и учат шеф-поваров готовить вкусно. И еще делюсь с вами. Знаете, как интересно наблюдать, как только мы меняем рацион питания, со временем вырастает финансовые потолок. Так что еда влияет на мозг напрямую, кишечник с мозгом напрямую связан. Так что убираем сахар, мучное, в кишечнике образуется газообразование от этих продуктов, и представьте себе, затуманенные мозги расчищаются. Как будто, знаете, у меня, говорит, у меня одна клиентка, я раньше на мир смотрела с засаленными глазами и ничего не видела. После того, как мы стали с вами питаться правильно, как будто вы мне глаза очистили от сала. Я на мир смотрю яркими, красивыми, счастливыми глазами. Так что меняйте свой финансовый поток, меняйте восприятие мира через еду. Все лежит у вас в тарелке. Люблю вас.